Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоурока следующая. У человека очень часто болит ухо. Но после того, как оно поболит, эта боль начинает распространяться либо двигаться к лицевой части человека. И мы уже видим, что две ветки, проходящие по лицевой части от меридиана желудка, которая проходит одна в области ушной раковины, а другая в лицевой части. То есть энергия здесь спровоцировала боль, может переместиться и спровоцировать также на лицевой части боль, либо болезненность. Порой человек не может даже дать объяснение. В моей практике очень часто люди обращались с этим, скажем так, непонятным явлением, как они говорят. Представляете, поболело ухо, потом стало болеть лицо. Ну как это? Мы уже обращались и к психотерапевту, и к психологам. Никто не может дать объяснение, мы успокаивались. Я говорю, хорошо, что не дошло дело до психушки. А то если дошло дело до психушки, вас бы прикрыли бы. Почему? Потому что порой невозможно объяснить те или иные боли, которые движутся по телу человека. Так вот, если такие боли есть в области ушной раковины, которые передвигаются к лицевой части, скажем так, тела, пожалуйста, обратите внимание на меридиан желудка и сразу же через точку Е40 активными массажными движениями, скажем так, пробуждайте этот весь меридиан, гоните эту энергию, которая вселилась в этот меридиан, куда подальше, чтобы она не провоцировала такие боли, которые, скажем так, движутся от уха и к лицу. Спасибо за внимание.